Вопросы для определения уровня английского. Вы знаете, что уровень английского оценивается по-разному. Значит, обычно это тест и также разговорная практика. Значит, какие вопросы обычно задаются при спикинге? Значит, смотрите. Значит, самый простой вопрос это what's your name? Там hi, привет, what's your name? И традиционный ответ, в принципе, my name is. Смотрите, my name is там, Max. Меня зовут Макс. My name is Max. В принципе, эти вопросы, значит, задаются простые вопросы, а потом сложнее и сложнее, чтобы понять, вообще человек ориентируется или нет. Далее, what's your name? My name is Max. Далее, например, откуда ты родом? Where do you come from? Where do you come from? В принципе, это усложненная, немножко усложненная версия вопроса Where are you from? Откуда ты? Where are you from? Where are you from? Соответственно, вы отвечаете I'm from Russia. Если второй вопрос. Или I come from Russia. I come from Russia. Ну, еще какие вопросы, смотрите, типичные. Где ты учил английский? Вот смотрите, обратите внимание, что вначале мы самый простой вопрос даем. What's your name, какое имя? Потом также время present simple. Потом начинается время past simple. Где ты учил английский? Значит, where did you study English? Where did you study English? И отвечаете, например... я изучал английский в школе и в университете. I studied English at school. I studied English at school and at university. I studied English at school at university. Здесь проверяется время как раз past simple. Ну, здесь все понятно, получается. Далее. Также смотрите, тренируйте, насколько вы хорошо знаете лексику. Tell me about your hobbies. Расскажи мне о своих хобби. Tell me. Tell me about your hobbies. Tell me about your hobbies. И там вы говорите my hobbies are. Или там можно сказать I have different hobbies. У меня различные там хобби, I have different hobbies. И далее вы перечисляете they are и говорите подробнее о них. Далее. Обязательно тестируется время present perfect continuous. Давайте с вами посмотрим. Present perfect. Present perfect continuous. Как долго ты изучаешь английский? Значит, после как долго мы должны употреблять это время. Present perfect continuous. Получается, how long have you been learning English? И можете ответить, что I've been learning English. Ответ I've been learning English. Например, I've been learning English for about 2 years. Около 2 лет, например. И также тестируется знание будущего времени обязательно. Значит, what are your plans for the what are your plans, например, what are your plans for the future? Какие у тебя планы на будущее? И вы здесь расскажете о своих планах. То есть важно понять, что тестируются различные времена и разная лексика. Итак, давайте посмотрим, значит, типичные вопросы и ответы для определения уровня. What's your name? My name is Max.
where they come from or very from. Very from. И ответы. Давайте мы разберем. I'm from Russia. I come from Russia. Where did you study English? I studied English at school and at university. Tell me about your hobbies. I have different hobbies. They are. И ты сидишь время present perfect continuous. How long have you been learning English? I've been learning English for about 2 years. И даже будущее время. What are your plans for the future?